Вы в порядке? Что так долго? Что? Долго? Я вообще-то добывал для вас ценные сведения. Хотя это было просто. Не знаете, что сегодня вечером планируется в Тауэре? Прием. К слову, я приглашен. Как это кстати. Мы не сможем просто ворваться туда. Согласен. Нам нужен план. Опять вы. Джейкоб, ты будешь сопровождать мистера Сингха. А потом незаметно ускользнешь и узнаешь, где Кахинур. Я возьму на себя стражников вокруг Таура. Встретимся в Белой башне. Отлично. Будет повод надеть костюм. Оружие не берем. Не будь занудой. Найду Сингха. Сокровище наверху. Только не попадитесь. Это самое охраняемое место во всей Британии. Не будь я индусом. А вы поможете мне отвлечь стражников? Только подойди. She doesn't know a thing, I promise. Why must your wife always stick her nose into affairs that are none of her concern? I can hardly blame her. You won't. Алмаз на втором этаже. Как же тут тихо. Стражник спит. Интересно, что же в ящике? Похоже, кто-то меня опередил. Алмаза тут нет. Надо найти его, пока он еще в Тауэре. Надеюсь, успею. Осмотреться. Может, появятся зацепки?
куда его унесли? Осмотреться. Может, появятся зацепки? Куда его унесли? Куда его унесли? Куда его унесли? Надо осмотреться. Может, появятся зацепки? 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 Гениальный план. Он у нас в руках. Благосклонность. Ха! Королева увидит, что алмаз у него в кармане. И он ничего не заподозрит. Если попробует выйти, попрощается с титулом. Получит новый. Будет заключен. Алмаз подбросили до липу. Вот черт.
Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. О, ваш друг столь же очарователен, как и вы, мистер Сингх. Ну что вы, мэм. Итак, расскажите, откуда вы знаете друг друга? Пора найти сестренку. Встретились в Фатергард. Ну, пошла. Здесь полно тамплиеров. Надо избавиться от них. Почему так долго? Накладка вышла. Вот он. В чем дело? Нас опередили. Когда я пришел, алмаз уже украли. Они ни перед чем не остановятся. Они хотели подставить Сингха. Я успел выкрасть у него подброшенный камень. Представь себе лицо королевы, если бы... Они уже знают, что просчитались. Не за что. Думаю, пора уходить. Thank you.
Надо выбираться отсюда. Надеюсь, они справятся. Отдали его сестре? Еле-еле. В смысле? Расскажу в другой раз. Были неприятности? Здесь говорить нельзя. Остинская компания опять взялась за свое. Тогда выйдем. Вы, сэр, остановитесь! Прошу прощения. Обыскать! Ничего. Кахинора у него нет. Конечно, нет. Вы за кого меня принимаете? За преступника? Что это была за суматоха, мистер Синг? Полагаю, они решили, что я пытаюсь украсть Кахинура, ваше величество. Ха! Кахинур? Кому придет в голову красть эту картофелину? Всего доброго. Нам еле удалось выкрутиться. Остинская компания попыталась подкинуть вам бриллиант и подставить вас. К счастью, я весьма вовремя оказался рядом. Встретимся в лавке мистера Грина. Мне нужно увидеть бриллиант своими глазами. Кохинур, вы позволите? Стекло? Настоящий кохинур в Индии. Зная, что вы задумали, я помешал бы. Мой отец в свое время спас бриллиант от тамплиеров. Ваш отец оказал неоценимую услугу моему народу. Я был несправедлив к вам. Вы были правы. Я расстроился из-за отсутствия прогресса. Может, просто забудем об этом?
Надо выяснить, кто стоит за этим. И почему Остинская компания работает с тамплиерами. Нет, мы должны проследить за ними, найти их штаб-квартиру и уничтожить. Джейкоб. Знаете, может, в этом что-то и есть, мистер Фрай? Но!